острые, как соус чили. Новости в речитативе о России, о мире. Дино МС, СТ, куплеты стелят в стиле. Читай между строк, второй сезон в эфире. После небезызвестного марша миллионов люди решили, притом абсолютно законно, эксперимент поставить и пошли гулять. Эксперимент, не будет ли закон мешать? Цель эксперимента установить, можно ли жителям столицы в день погоды солнечной просто прогуляться по ее бульварам. Так сказать, не группой, а просто по парам. Просто гуляние по переулкам, которое стекалось в контрольную прогулку. Без лозунгов, речей, сцены и транспарантов. Прогулка москвичей в городе курантов. Правоохранительные органы имеют право встречать гуляющих с открытой дверью. Имеют право направо и налево охранять гуляющих по московским скверам. Конечно, можно было получить на гулянье автограф Быкова, к примеру, просто на память от памятника Саше Пушкину. По кольцу, кто Грибоедову, кто Кунанбаеву. И все так супер позитивно, что даже показали по центральным в эфирном. Люди вышли мирно, в хорошую погоду, подняв голову, погулять по городу. И точно так же, абсолютно законно, были развязаны и руки ОМОНу. По постановлению суда очистить улицы и скверы чистого пруда. Мешают местным жильцам ваши протесты. Люди пройти не могут спокойно до подъезда. Суд молниеносно устранил преграды. Людей, так сказать, загнали на баррикадную. Нам необходимо срочно почистить карму. Не помогают даже выделенные миллиарды. Не попадаем мы ни в рамки, ни в стандарты. Разговоры о коррупции, что мертвому припарки. Сухой Суперджет 100, новый российский самолет, судьбой непростой. Росавиация попала в воздушную яму. В этот раз в Индонезии, на острове Ява. Та демонстрация явно не удалась. Трагедия, слезы и скандал международный. Может, это злая порча или чей-то сглаз. Но что-то пошло не так с лайнером народным. Туман, погода или человеческий фактор. Отказ техники или ошибка пилота. Запредельные откаты, объемы контрафакта. Но наказали только стюардессу Аэрофлота. Соловьева Катя заплатила сполна за свой жесткий и необдуманный твит. Но кто ответит за катастрофу? Только она. Службы работают или делают вид. Бразильский Embraer, японский Mitsubishi стоят в разы меньше, ну а летают выше. 1,5 миллиарда против наших 5. Воистину широкая душа у людей на Руси. Отверточная сборка, импортные детали. Кораблей своих нет, закупаем Мистрали. ВПК ничуть не лучше гражданской авиации. Страшно признаться, как мы безнадежно отстали. Кто поведет завтра нашу армию вперед? Народный фронт или Уралвагонзавод? Чем будут защищать родину от угроз? Враг же точно не возьмет ни откат, ни занос. Технологии будущего — это пока не про нас. Каждый хочет заработать больше здесь и сейчас. Жесткий, наглый, спокойный цинизм, оголтелый новый российский капитализм. Что одним можно, другим запрещено. Что нельзя, именики можно. Это о, это очень интересный футбол в одном жесте. Каждый видит свое. Тем не менее, серебро у Спартака. Подошел к концу российский чемпионат. Чемпион России, питерский Зенит. Прошел последний круг, чемпионат закрыт. Не менее знаменитый хоккей, где мы в группе выиграли 7 из 7 матчей. Наблюдает вся страна с монитор оф, как наша сборная переходит в плей-офф. Дино МС, СТ, лови на видео. Новости, какими вы их еще не видели.